Как хорошо, что в школу надо. Люблю каникулы. Эй, подружка, уже 1 сентября, на уроки опоздали. А, не хочу в школу. Что случилось, подруга? Ася, мне приснился сон, что уже пора в школу. Еще есть время, русалочка. Можешь отдыхать, а я пошла покатаюсь на скейте. Юху, поехали! Всем привет, с вами Бига. Ко мне пришла большая посылка от фабрики игрушек «Весна». Если вам интересно, что же там внутри, то подписывайтесь на мой канал и оставайтесь с нами. Друзья, открываем коробку. Ого, смотрите, посылочка нам передает привет из прошлого. Какие милые рисуночки, словно из советских мультфильмов. Ты чего? Кто это у нас здесь спит с закрытыми глазками? Уже пора просыпаться. Вы что, живые? Конечно, просто в коробке было так темно, вот мы и уснули. Так, внутри коробки больше никого не было, только малыши-карандаши. Друзья, сегодня я вас познакомлю с куклами отечественного производства от фабрики «Весна». И это девочки Ася. И вместе с ними мы отправимся в экстремальные и морские приключения. А еще в верхнем углу я заметил золотую наклеечку. Это означает, что куколки вошли в топ-100 лучших товаров России. Видно, что они качественные. Так здорово! Мне очень нравится дизайн коробки. Он такой милый и мультяшный. Посмотрите, какой красивый арт у куколки Аси. Асечка нам улыбается и показывает знак PIS. Есть логотип «Весна», «Фабрика игрушек», а также логотип «Ася», «Морские приключения». Мы можем ее переодевать, купать и волосы расчесывать. На заднике коробки мы можем познакомиться с девочкой, которую приобретаем. Это Ася, любит кататься на скейтборде и изучать новые элементы. А вот Ася-русалочка с детства мечтала, чтобы у нее был хвост. И однажды в волшебной воде море ей подарило магию перевоплощения. А еще в коллекции есть две куклы. Это Рыжуля, которая отправилась на приключения в горах, и путешественница, которая любит приключения со своей собачкой Кудряшиком. Ну что, друзья, откроем нашу спящую красавицу. Думаю, вы уже заметили, что глазки куколки при наклоне закрываются. Волосы очень-очень мягкие и качественные. Я читал множество отзывов на сайте, и они все удивлялись ее качественным волосам. Ася катается на скейте в парке развлечений, и над головой пролетел аэроплан с надписью «Сделано в России». Хочу покататься на своем крутом скейте. Куколки крепятся на резинку. Ой, ножки, крошки. Дополним мой образ аксессуарами. Мой кожаный рюкзак для прогулок. Достанем скейт, приклеим наклеечку. Юху, поехали! У куколки милая речика и реалистичные пластиковые вставные глазки. И еще прорисованные бровки и нижние пышные реснички. Ася одета простенько, но очень стильно. Это фиолетовая футболочка с единорогом, на которой написано «Давай покатаемся! Хи-хи-хи!» На ножках серебристые блестящие леггинсы и кожаные накареники, которые, кстати, снимаются. А будто она в черные кроссовочки. Друзья, а вы знали, что в создании одной такой куклы задействованы художники-дизайнеры, скульпторы, оформитель, портной, упаковщик, и все это отечественного производства. И вместе с вами мы отправляемся на дно морское. Та-дам! Крусалочки! Девчули! Я в восторге от волос кукол Ася! Они такие мягкие, качественные и блестят, как настоящие. А прошивка-то какая щедрая. С волосами кукол Ася можно экспериментировать. И я уже сделал забавные хвостики. Как вам? Пишите в комментарии. А если вы хотите приобрести куколок Ася, то на сайте «Весна» по промокоду Бига вы получите скидку 25%. Ссылка на сайт будет в описании. Куклы и так недорогие, по приемлемой цене. Так
так вы еще купите ее со скидкой. Кстати, фабрика игрушек «Весна» выпускает не только куклу Асю. На сайте большое разнообразие имен, и вы можете приобрести куклу со своим именем. Но вот Богдана я здесь не вижу. Друзья, вы бы хотели пупсика Бигу? Тело выполнено из мягкой резины, и она такая податливая. А еще на ручках промолдированы морщинки и пухленькие детские пальчики. Также на теле есть складочки и пупочек. Это так мило! Вставные пластиковые глазки выглядят как настоящие. А еще мне нравятся пышные реснички и прорисованные ресницы. И, кстати, с ней можно купаться. Это не навредит ее волосам, они не превратятся в мочалку. Хочу купаться! Ася, у тебя же есть дополнительный образ. Это розовый купальник и надувной круг. Давайте ее переоденем, чтобы русалочка обрела ножки. Как хорошо, что в школу надо. Люблю каникулы. Эй, подружка, уже 1 сентября. На уроки опоздали. Не хочу в школу. Что случилось, подруга? Ася, мне приснился сон, что уже пора в школу. Еще есть время, русалочка. Можешь отдыхать, а я пошла покатаюсь на скейте. Друзья, поддержите отечественного производителя, и если вы купите этих кукол, они удивят вас своим лучшим качеством. С вами был Бига и обзор на кукол Ася от фабрики «Весна». Всем пока!